это лествица или лестница. Рожденный 15 веков назад труд настоятеля монастыря на горе Синай, преподобного Иоанна Лествичника. Только 30 ступеней на то, чтобы стать человеком, на то, чтобы стать святым. Мы прошли уже 2/3. Странно, когда финал пути уже начинает светиться на горизонте, когда мы, кажется, уже так опытно и многое повидали, святой Иоанн поднимает нас на ступень страха. Чего бояться, если уже столько прошли? Посмотрите, это прям в самых первых строчках этой 21-й, уже 21-й ступени. О малодушной боязливости или страховании пишет, что боязливость есть младенчественный нрав в старой тщеславной душе. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании нечаянных бед. Тщеславной душе. В старой. Это очень важно. 21-я ступень. Уже вот скоро, можно сказать, вся небо. Да, небо, вся жизнь прошла. И он правильно замечает, что именно в старой. Ты уже все знаешь, ты уже опытный. Ты уже победил многие страсти. Да. И вдруг тебе страшно. А вдруг ты не так поступишь? А вдруг что-то вот пойдет не так? А вдруг там кто-то тебе поставит подножку, ты упадешь, и что, заново и надо будет подниматься? Ведь малодушная душа, вот там, где... Слово-то какое прекрасное. Малая душа. Это как понять вообще? Малодушная. Есть большое сердце, которое может вместить всех. Угу. А есть малая душа, которая думает только о себе. Вот когда человек начинает думать о себе, он становится малодушным, он становится боязливым. Недаром Иоанн Лествичник только на 21-й ступени вспоминает об этом. Приобретая какой-то опыт, мы вдруг думаем, это мое, я боюсь это потерять. Как это? Мы становимся малодушным, мы задумываемся о себе. Вот об этом нас и предупреждает Лествичник. Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, 21-я ступень, о малодушной боязливости или страховании. Бутовский полигон, близ подмосковной деревни Дрожжино. Прозванная русской Голгофой, место массовых казней и захоронений 30-х. Среди выбитых здесь почти 20 тысяч имен расстрелянных, тысячи убитых за веру, новомучеников и исповедников российских. Многие из них теперь на этой иконе. Они боялись, идя на смерть, умирая. Ведь многие из них умирали очень мучительно некоторые, с издевками. У них страх был? Я думаю, был. Я думаю, был обязательно страх. Мы сдаем экзамены. У нас страх есть. Угу. Мы идем на какую-то встречу. У нас страх есть. Какой будет результат этой встречи? А здесь итог твоей жизни, конечно, был. Это даже, мне кажется, несомненно. Но велики они тем, что они преодолели этот страх. Что выше этого страха, выше боязни за свою жизнь, у них была любовь, которую они не могли предать никаким, в общем-то, другими жизненными обстоятельствами. Ни испытаниями, ни гонениями, ни поруганиями, ничем. Дочерью неверия и порождением тщеславия называет Лествичник страх. А вот еще. Страх есть предвоображаемая беда, тревожимая и сетующая от представления неведомых заключений. То есть... Мы страшимся чаще всего того, чего не знаем. Мы фантазируем себе последствия, отрицательные для нас. Как бы чего ни вышло, так пусть лучше выйдет. Пусть лучше что-то произойдет в твоей жизни там, нейтрального. Может быть, даже, скажем так, сейчас тебе непонятного. Ты сделай что-то. Нельзя бояться. Нельзя бояться последствий. Страх бывает разным. Страх кого-то, страх что-то потерять. Страх необходимо, наверное, рассматривать в
контексте тех состояний, в которых находится человек по отношению к Богу. Это состояние рабства, состояние наемничества и состояние сыновства. Конечно, рабство и наемничество не предполагает особой любви, а вот сыновство любовь предполагает. И когда человек боится что-то совершить по любви своей, обидеть, сделать больно, конечно, источник этого страха, он благословенный. А когда человек боится чего-то лишь потому, что его могут наказать, пожурить, или он может чего-то лишиться, этот страх благословенным не бывает. Одно и то же состояние может служить разным целям. Это есть неотъемлемая часть нашей природы, сила, определенная сила души, которая вложена с Творцом. Но эту силу мы можем как направить в одно русло, так и в другое русло. И в зависимости от того, в какое мы русло эту силу души направим, такую роль она и будет играть в нашей жизни и к соответствующим результатам и будет приводить. Говорят, что совершенная любовь изгоняет страх, прогоняет страх. Но любовь тоже страха не лишена, потому что в любви есть страх кого-то обидеть. В любви есть страх что-то сделать не так. В любви есть страх благословенный. Вне любви страх неблагословенный. В Евангелии же тоже есть примеры страха, причем большого страха святых людей, апостолов. Да, да, есть. И один из очень таких показательных примеров – это апостол Петр. Вот что об этом пишет евангелист Марк. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Я ничего не понимаю в погодных явлениях, отец Игорь, но мне сложно представить на этом Галилейском море или озере бурю великую, которой можно испугаться. Или они здесь бывают, такие бури? Галилейское море, что Онега, они совершенно непредсказуемы. Вроде тишина, спокойствие. Вот как сейчас, да. Посмотрите, гладь какая, гладкая вода. Прямо просто небо отражается. Всю. Да, мы можем поиграть в чемпионат, устроить по блинчикам, да, в общем-то, да. Да. Но все в одночасье может поменяться. Все может здесь кипеть, бурлить. Я не был этому свидетель, но рассказываю, что именно так, в общем-то, и происходит здесь. Смотрите, с какой претензией ученики здесь говорят учителю, который вот так, как мы сейчас вот на корме, да, вот уснул, может быть, было так же жарко и, конечно, припекало. Они ему говорят: «Тебе дела нет». Они обижены на него. Ты почему он не беспокоишься за нас? Мы погибаем. Да, мы все здесь переживаем, нам страшно. Почему тебе не страшно? Да. Мы самые смелые люди, а ты вот почему-то не боишься. Мы смелые боимся, а ты вот такой, почему ты не боишься? Как в общем-то, и в жизни бывает. Ведь наша жизнь – это то же самое море, по которому мы переплываем. И возглас апостолов: «Учитель, надо разбудить Бога». Разбудить Бога своей молитвой. Прям вот сказать: «Помоги, погибаю». Если человек искренне это скажет, то это бывает. Знаете, сколько раз встречалось с такими случаями, когда человек вставал на колени, да, в ванной комнате, не перед иконой, а в ванной комнате, поднимал руки в никуда, вот куда-то вверх, и говорил: «Господи, если ты есть, помоги». Вот такой, знаешь, крик отчаяния. Да. И все свершалось.
буря уходила, утихала. Может быть, не сразу, может быть, через какое-то время, но Господь приходил. Тот, кто умеет ждать, тот всегда получает помощь от Бога. Здесь же, на водах этого озера, еще один пример евангельского страха. И опять испугался бесстрашный, вроде бы, апостол Петр. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Мы можем с тобой сейчас представить все эти события, которые происходили вот здесь прям, как Петр из такой лодки... Вот так вот перелезает просит перелезть и идти по водам. Это делает тот, кто всю жизнь знал, что вода так не держит. Он жил этой водой, он питался этой водой. Он здесь был с утра до вечера, с вечера до утра на этом море. И вдруг он идет по воде. Но его, скажем так, материальное естество перевешивает. Он вдруг сопоставляет. Да, ну я, вот Господь сказал идти по водам, но это не может быть. Натяжение воды, оно намного меньше, чем сила, на которую я давлю на эту воду, и там, и пятое, и десятое. И мирское берет свое. И он начинает тонуть. Мирское берет свое именно в Петре. Господь дает ему возможность преодолеть человеческое естество, преодолеть этот физические законы, убедиться в силе Божьей. Только по одному слову – иди. Как только из нас уходит вера, а она часто уходит, и из верующих люди становятся слабее, приходит страх. И он все убивает. И он убивает самое главное – любовь. Посмотри, кто такие люди, которые любят. Это же безумцы. Они луну с неба достать? Это только начало того, что может сделать влюбленный человек. Человек, который любит, он может абсолютно все. Но если в эту любовь примешивается страх, то луну уже не достать. Слишком высоко. Я могу упасть. Дело-то вот в чем. Что вот это совершенное чувство страха, мы понимаем, сразу у нас приходит ощущение страха. Ну что, мы все переживали. На самом деле, совершенное чувство страха – это есть страха Божия. Бог есть совершенство. А страх Божий – это есть нечто иное, как любовь. Тогда все становится понятным. Когда есть любовь, тогда вот это совершенное чувство страха, тогда нет препятствий, тогда все изгоняется. Тогда уже человек может пойти на что угодно. А еще любви не знают гордые. Потому Лествичник пишет, что страх идет рядом с гордыней. Гордая душа есть раба страха. Уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самых теней.
Я боюсь за себя. Я очень значимая личность. Что обо мне подумают? Что со мной случится? Да. То есть, если у человека есть страх, значит, есть и гордость. Если есть страх, то нет любви. Ибо совершенная любовь убивает всякий страх. На одном из берегов этого озера и теперь стоят развалины гордого Капернаума, когда-то крупного и богатого города, в котором Христос бывал чаще всего. Там он тоже о страхе говорил, да? Самое большое количество фраз Спасителя в Священном Писании, если выделить его прямую речь, чаще всего мы увидим слово «не бойся». «Не бойтесь». Да. Да. «Не бойтесь», «не бойся». «Не бойтесь». Потому что, действительно, человек, который имеет страх, он не может находиться в церкви воинствующей. Мы воинствующая церковь, мы боремся с грехом. Вот что говорит Священное Писание. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, того отвержен будет пред ангелами Божьими». Он говорит здесь о том, что не просто не бояться, но не бояться исповедовать его перед людьми. Да, если ты осознаешь, что Господь сильный, да. Если ты веришь в его силу, то, в общем-то, чего бояться? Если я иду с сильным человеком по улице, конечно, я не буду ни стесняться, ни бояться. Бояться, что не поймут, бояться, что засмеют. Это такие сегодняшние страхи тоже. Нет, я считаю, что это стыд человека за те или иные какие-либо поступки кого себя или, в общем-то, кого-то другого. Вообще человек не гордый, он ничего не боится. Что можно сделать тому, кто хуже всех? Ничего. Если даже его пнут, то он, в общем-то, знает, что он достоин этого. Если его как-то обидят, то он будет разбираться по делам, наверное, это мне. И из этого обязательно выгоду какую-то себе приобретет. Колизей. Еще одна долина страха и победы над ним. Это сейчас над местом чудовищных казней первых христианских мучеников высится крест, символ победы Христа. А тогда, когда сюда, на арену Колизея, выходили первые христианские мученики, ведь это было поражение, земное, абсолютное поражение. Как они не боялись? Ну что такое земное поражение? Это время. Время, которое... Все, что началось во времени, должно закончиться во времени. Игнатий Богоносец. Почему его называют Богоносец? Когда его растерзали львы, то на сердце у него здесь было написано на имя... арене Колизея. На арене Колизея. То есть было написано имя Христово, когда увидели на сердце. То есть креста не было на арене. Точнее, кресты на арене были, но не для того, чтобы им поклоняться, а для того, чтобы распинать. У них не было страха, у них не было... того малодушия, которое очень часто встречается у человека гордого, у человека, который заботится о своем каком-то личном успехе. Они выходят и понимаем, что сейчас либо распнут, либо зарежут, либо съедят тигры. Навряд ли, Борис. Они не думали о себе. Человек, который облечен любовью, в котором любовь живет, он думает не о себе, он думает о других. Они наверняка думали о этих бедных, несчастных, которые
сидели на арене и опускали пальцы вниз. Ну что вы? Это, вот в этот момент вот это думать, любовь. Они? Это любовь. Господь на кресте молится, прости им, Боже, не ведают, что творят. А как так научиться любить и не бояться каждую минуту своей жизни, а тем более смерти? Да, это искусство. Вот это именно то, к чему должен стремиться человек. Про доверие Богу, как рецепт от страха, и Лесточник говорит. Если же мы от сокрушения сердца, с преданностью Богу, усердно ожидаем от Него всяких непредвидимых случаев, то мы воистину освободились от боязливости. И здесь же святой Иоанн тонко различает два вида страха – от тела и от души. Если плоть устрашилась, а в душу не вошел сей безвременный страх, то близко избавление от этого недуга. Страх плотской, он не настолько ужасен, страшен. Человек к нему может привыкнуть, к этому страху плотскому или там, к неудобству плотскому. Ну, допустим, у человека страх болезни. Да? Но когда он вступает в эту болезнь, он более-менее с ней адаптируется, начинает как-то жить. Ему тяжело, ему, конечно, это неуютно, но он все равно адаптируется с этим состоянием. А страх душевный – это то, что наводит тебя всегда на ужас. Ужас, который вселяется в тебя и делает из тебя человека боязливого. Ты начинаешь бояться абсолютно всего. Страх плотской – это временное состояние человека, к которому он потом адаптируется. А страх душевный – это антипродуктивное состояние человека, то, что ввергает его в уныние, повергает его перед лукавым на колени. Потому еще в этой главе Лесточник вспоминает Иова многострадального, ветхозаветного праведника, миллионера, который остался ни с чем, потерял все состояние, родных и здоровье, но не перестал доверять Богу. Недоверие человека Богу, что все в руках Божьих, что все, что происходит с ним, это самое лучшее состояние его в данной ситуации, в данной жизни, тоже порождает страх. Потому что у него нет самого главного, главнокомандующего, который уже победил смерть, который победил страх, который, в общем-то, даровал нам спасение, если человек имеет веру в него. То что нам бояться, если с нами Христос? Страха в верующем человеке нету. Мне однажды во сне явился мертвый человек. Это был бухгалтер, умершая женщина нашего храма. Я очень испугался, я помню этот страх, который меня парализовал, спящий. Она приближалась ко мне по дороге, подошла, и вдруг от ее приближения этот страх сняло. Я запомнил этот сон на всю жизнь, сняло так, как снимает жажду от стакана воды. Моментально ушел страх, и стало легко и мирно на сердце. Она сказала одну фразу: «Передай Елене, что со мной все хорошо, что здесь покой, мир и молитва». Я не понимал, почему она сказала это, кто такая Елена. Спустя несколько недель я, случайно рассказывая кому-то этот сон в нашем храме, узнал, что Елена – это новый бухгалтер нашего храма. И это было подтверждение того, что это мне явилась действительно она, умершая Александра. Но я помню это чувство страха и его снимания от приближения человека, которому уже хорошо, у которого молитва, мир, который в раю, наверное. Я правильно понял этот сон? Там, где есть Бог, там нет страха, там его снимает. Мы все неизвестное нам, все, скажем так, заштампованное нами. Смерть – это ужасно и так далее. Все, что после смерти, нам неизвестно, поэтому и чуждаемся. Мы ставим знак минус. То есть наша самость, по-другому, гордость, она диктует нам того бояться, чего бояться не надо. Как ты, в общем-то, правильно сказал, все, что от Бога, оно очень доброе, оно тихое, оно мирное, оно радостное. Если человек не уповает на Бога, не знает ничего о Боге,
то страх будет в нем жить. Страх – это продукт или, скажем так, плод твоей самости, твоей гордости. Большой Соловецкий крест на Бутовском полигоне. Его вырезали в Соловецком монастыре. В советскую пору он был лагерем, в котором в унижениях и муках нашли свою смерть много святых и епископов нашей церкви. Придя крестным ходом на Бутовский полигон, крест стал памятью о расстрелянных здесь мучениках и знаком непрестанной молитвы. Наши за них, их за нас. Крест – это вообще орудие победы. Причем, если вот так вот представить, то это как меч, причем опущенный вниз. Да. То есть в любой момент его можно достать и им сражаться. Смерть, страх – все побеждается здесь, на кресте. Вы как лесточник говорите почти, что вот он завершает эту 21 главу, видите, словами: «Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего владыки, а в ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится». Да, совершенно правильно. Если ты сделался рабом своего Господа, то, естественно, ты будешь только его бояться. Если ты раб своих удовольствий, своего комфорта, ты будешь бороться за то, чей ты раб, за комфорт. Ты будешь бояться потерять тепленькое место, ты будешь бояться потерять холодильник, ты будешь вообще всего бояться. И в результате теряют. Да. А если ты боишься потерять Господа, ты его никогда не потеряешь, он везде. То есть так, если Бога не боишься, то боишься всего, как правило. А если боишься Бога, то ничего не боишься. Страх, он парализует человека. Парализует человека в добрых делах, парализует человека в молитвах. Настоящий страх, он дает возможность лукавому действует над тобой в полной власти. А для борьбы с лукавым только одно средство. Вот крест, или, как лесточник пишет, смотрите, бей супостатов именем Иисусовой, вооружайся молитвою, нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле. То есть сей род, говорит сам Господь, изгоняя лукавый, изгоняется только постом и молитвой. Пост – это крест. О молитве только что мы слышали, как лесточник сказал. Если расшифровать эту фразу, пост и молитву, то это доверие, доверие к Богу. Господь говорит о посте и молитве. Надо ему доверять, Богу.